Будущие исследователи Института государства и права ЧУМГУ вышли на полевую практику бок о бок с профессионалами. Для нас это, безусловно, полезно, потому что мы приобретаем непосредственные практические навыки. Здесь проводится такой же импровизированный осмотр места происшествия, как это проходит в реальной жизни. То есть мы, как будущие сотрудники, можем научиться на чужих ошибках, увидеть, с какими следственными и иными проблемами может столкнуться молодой следователь. То есть, безусловно, это полезные практические навыки и будут пригодятся нам при работе в следственных органах. Для ЧУМГУ и Следственного комитета это взаимовыгодное сотрудничество. Университетские педагоги помогают расширить знания практикующим следователям, а те, в свою очередь, прививают студентам самые важные профессиональные качества. Во-первых, это добросовестность. Во-вторых, наблюдательность. Вот. И в-третьих, чувство долга. Когда к вам приходит потерпевший, его нужно в первую очередь успокоить, во-вторых, отнестись со всем должным пониманием к его просьбе и максимально профессионально начать расследование. Добавим, что школа молодого следователя открылась в ноябре 2011 года. Георгий Лайф, Николай Солдаев для Евразион ТВ.